Не ради славы и наград. Так назывался концерт, который прошел 16 февраля во Дворце культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина в честь всех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане, всех, кто участвовал в чеченской контртеррористической операции, всех, кто отдал свою жизнь и здоровье за свободу и защиту нашей Родины. День защитника Отечества – это праздник тех, кто в любую минуту готов встать в строй, чтобы с оружием в руках защитить своих близких. Со сцены звучали военные песни, словно рассказывая о каждом герое, оставившем свой след на полях Афганистана и Чечни. Тексты песен, пропитанные лирикой и сильными эмоциями, рассказывали о потерях и любви, о страданиях и надежде. Казалось, что музыка и слова проникают не только в сердца присутствующих, но и в глубины душ каждого. Музыкальная или хореографическая композиция была не просто концертным номером. Это были истории, оживавшие перед глазами слушателей. Истории тех, кто отдал свою молодость и пожертвовал своей жизнью ради мирного будущего нашей страны. Зал, будто преображенный, воспринимал каждый номер с чувством глубокой благодарности. Благодарности воинам, которые сражались ради того, чтобы защитить наши семьи, свободу и мир. Не ради славы и наград. Эта фраза, отражающая героизм и бессмертность тех, кто погиб и кто вернулся. Подобные концерты оставляют глубокий след в душе, напоминая о силе, мужестве и жертвах, которые принесли русские воины во имя мира. Музыка, слова и эмоции будут жить вечно. И именно через них мы сможем сохранить воспоминания о героических эпизодах истории нашей страны. Александр Суюшев, Глеб Власов. День города.